Сотрудники Химкинского пожарного надзора регулярно проводят встречи с жителями, предпринимателями и представителями управляющих компаний. На мероприятиях рассказывают о важности соблюдения правил пожарной безопасности. Сегодня отдел пожарного надзора по городскому округу Химки встречался с руководителями и представителями управляющих компаний жилого фонда, многоквартирного, ТСЖ, ЖСК и так далее, для того, чтобы в очередной раз разъяснить, напомнить о требованиях пожарной безопасности, о необходимости профилактики. Неправильная эксплуатация отопительных приборов, аварийный режим работы электрооборудования и неосторожное обращение с огнем – основные причины пожаров. Основными объектами пожаров являются как раз частные домовладения, бани, надворовые постройки и в том числе квартиры, жилые помещения. Отдел надзорной деятельности по городскому округу Химки рекомендует соблюдать правила пожарной безопасности. Правильно использовать отопительные приборы, не перегружать электросеть, своевременно проверять наличие и исправность средств пожаротушения. Елена Тараненко, Дмитрий Бочаров, новости Химки ТВ.